Пока депутаты городского совета и законодательного собрания собираются просить «Газпром» увеличить стоимость переработки нефти на Омском нефтеперерабатывающем заводе, чтобы бюджет получал больше доходов от завода, «Газпромнефть» эту стоимость сохраняет на уровне ниже 2015 года, сообщают коммерческие вести. Такое решение принял совет директоров «Газпромнефти» на собрании 29 ноября. Кстати, против не было подано ни одного голоса. Так что в 2017 году стоимость переработки одной тонны нефти в Омске будет даже меньше, чем в среднем в 2015-м. Соответственно, если резко не будут увеличены объемы переработки, то это может означать одно – Омский нефтеперерабатывающий завод получит меньше прибыли, а значит и в бюджет области заплатят меньше налогов. Напомню, депутаты законодательного собрания и городского совета, наоборот, надеялись увеличить объем поступления от предприятия, хотя бы потому, что дали заводу значительную скидку по налогу на имущество. Но, судя по позиции совета директоров «Газпромнефти», на встречу Омской области компания не пойдет. Для примера, в 2014 году Нижегородский нефтеперерабатывающий завод, который переработал нефти меньше, чем Омский, заплатил налог в бюджет 9 миллиардов, в три раза больше, чем ОНПЗ.